Добрый всем вечер. Сегодня достаем мяско из нашего тандыра. Топился он примерно час. На улице уже осень у нас. Видите, здесь травки зеленой нету. Уже прохладно. Толян, правда, привет всем. Вышел не одет. Достаем мяско. Сейчас передам ему камеру. Он будет это все нам показывать. Вот смотрите, что там делается. Значит, достаем эту красоту по чуть-чуть и показываем вам все, что приготовилось. Готовилось примерно оно час времени. Какое оно получается. Давайте разорвем кусочек и посмотрим, беленькое или нет. Надо подсаливать. Но мяско хорошее. Вот так приготовилось. Это мы положим сюда. На пару минут для остывания. Так, поехали, следующий достаем. Так, вот такое мяско у нас получилось. А! Показываю вам, беленькое. Вкусняшка. Приготовилось, вкус есть. Так, что мы дальше достанем? Достанем салка. Ёч. Все горячее. Красота. Вот такое салка у нас получилось. Печеревка. Да, салка. Печеревка была замороженная. Сейчас мы все зайдем в дом, разрежем при вас. Забрасываю его сюда, для того, чтобы оно немного подостыло. Дальше будет на эту надеваться, как она называется. Так. Еще салка. Беленькая. Я думаю, что оно приготовилось. Ну да, шкура полопала. Так. Дальше у нас идет, мы готовим, это как она называется, индичка. Индюшатина. Во. Индейка. Да, маринуем ее и готовим. Так, вот какая она получилась. Вообще шикарная бомба. Оживая, трусится. Вот смотрите, сок течет, видите? Беленький. Беленький сок, это уже, значит, готово. Шикарное, вообще шикарное. Простояло оно здесь 57 минут. Можно сказать, целый час. Так, сейчас секундочку поснимаю. Все, сколько у нас там минут времени видео? Ну, получается 2 минуты 43. Отлично. Я думаю, минут 6, так как я и планировал. Видите, там у нас весь жир туда стек. То есть весь жир стек там. То есть мясо получается практически обезжиренное. Сухое. Ну, не сухое, оно... Да. Мясо получается, ну, почти... Диетическое. Да. Легкого смываем. Да. Да, вот. Вот получается. Рома сейчас подсветит. Так, сюда вот. Давай. Да, вот. Здесь посмотри, наведи нам камеру. Вот. Что получилось? Красота какая. Видишь, как скапывает? Да. Так, теперь мы его берем уже руками. Палка. О, какая красота. Золотенькая, вроде какая. Сейчас разрежем при вас каждый кусочек и покажем, как оно выглядит в общем зачете. Чтобы вы все это видели. Девочка, вообще, как перепелка вроде. Обязательно разрежем, покажем, как это все выглядит в разрезанном виде. Пошли в дом? Все, пошли в дом. Сейчас нарежем. Посмотрите, как оно. Какая вкусняшка. Вот мы зашли в дом. Сейчас Роман Михайлович вот это все нарежет. Так, сейчас отвертаем. Ой. Немножечко так, смотри, все показывай. Да, как вот. Мы штопора снимаем, вот, да, клац, вот. И снят. Покажем кусочек этого мяска сразу. Разрежу вам пополам, чтобы вы все видели, что оно красненькое или нет. Все делается при вас. Беленькое. Вот, красота. Сочное, видите, сок какой бежит, белый, не красный. Вот оно готовое. Дальше. Ну, второй шашлык не буду разрезать, это бессмысленно. Так, покажу вам еще индейку. Еще один штопор, чтобы мясо не падало. Да.
Индейка похожа больше на перепелку вроде. Вот. Беленькая. Показываю, как она. Вот мяско, видите, крови нету. Все беленькое. Красота. Ну и вот это то, что стояло в морозилке, даже при мариновке было замороженное. Это вообще вкусняшка. Сейчас увидим. Так. Отрежем. Вот так. И покажем вам, как вау, она все готова. Вау, смотрите, сачок. Какой вкусняшка. Пальчики оближешь. Видите, как сок бежит, интересно. Всем видно, да? Да. Бежит, да. Сок. Ну так, наведи камеру поближе. Да, видно, видно. Всем видно. О, сачок. Вау, красота. Сразу быстро пробовать. Быстро, быстро. Очень быстро пробовать. Да. Вкусняшка. Показываем, как это все. С тандыра оно приготовленное. При вас мы его вытянули. При вас мы его разрезали. То есть, чтобы не было, говорили, что оно сырое, еще что-нибудь. Сейчас здесь прохладно. Примерно час оно готовилось у нас. Мы вытянули жар, выбросили. Сейчас приедут еще к нам друзья. Это у нас шашлык. Вот это. Один штопор стоит. Да, штопора вытаскиваем. И разрезаем все кусочки для того, чтобы показать, как оно приготовилось. Вот, пожалуйста. Оно мало мариновалось. Его в обязательном порядке нам нужно будет подсолить. То есть, если маринуете за сутки, прекрасный вкус получается вообще. А так, если мало, то надо присаливать. Так что, как-то так. Всем всех благ, всего хорошего. Пока-пока. Приятного аппетита.